До выборов губернатора Амурской области осталось 3 недели. 14 октября жители Приамурья выберут лидера региона. С сегодняшнего дня в эфире Первого областного канала начинаются теледебаты кандидатов в губернаторы. Все 4 кандидата – Дмитрий Жаровский, Олег Кожемяка, Иван Абрамов и Роман Кубасов – получат равное количество эфирного времени для встречи с оппонентами. По закону о выборах половина эфирного времени, предоставленного бесплатно для агитации, должна быть именно в форме политических дебатов. В течение 3 недель раз в день они будут проходить в прямом эфире нашего канала. На каждый поединок отводится 10 минут. До конца этой недели они будут идти каждый будний день в 11 утра, а затем ежедневно в 17 часов.